после меня вы задавали себе вопрос, каков будет мир, где нет уже я? Все есть, дома, города, люди, все кроме меня. Вот сейчас, с этого дня, вас вдруг не станет, и кто-то другой выйдет в эфир, кто-то другой зайдет в метро и прочитает стихи, может, даже мои, но это буду не я. Важным казалось все для меня. «А что ты оставишь?» — меня вдруг спросила внучка моя. «Не знаю, не важно», — отвечал ей я. Вот так и бежала жизнь без меня. День проходил, и два, я так и не знал, что останется после меня.